Ритуал на семейное счастье и любовь на янтаре, розах и лебедях. На алтарь положить розы, настоящие лепестки роз, статуэтку или фото лебедей, их перья, янтарь. Алтарь золотой, зажечь красную белую свечу. Как два лебедя на алтаре, так и мой лебедь ко мне прилетит. Он уже летит, перья вон уже лежат. Розы – символ любви и янтарь. Будем счастье жить и в согласии, в довольстве и роскоши. Никаких скандалов и ссор не станет, все исчезнет. Лишь тихая семейная гавань останется. Мы до конца дней своих не расстанемся, вечно ладить будем. Счастье да любовь да согласие – наш удел отныне, да будет так, заклято. Лепестки роз сжечь с маслом, свечи пусть догорят. Для снятия негатива можно добавить черную свечу. Она должна гореть до конца обряда, лучше до конца. В течение года встретится любимый человек. У кого есть, узы упрочатся, отношения станут мягче. У кого в паре плохие отношения, то ищите этот год другую любовь, с которой доживете до конца своих дней. Черная свеча, она снимет весь негатив с личной жизни.